Григорий Викторович, пару слов по поводу игры. А что это какие? Как вам матч? Вообще, как оцените? Для нас, скорее всего, важен результат, чем матч. Играли сегодня еще. У нас мы не успели еще, блядь, не отошли еще от «Зенита», вообще от того, как сыграли. Так что играли, не сказать, что мы сегодня хорошо. Для нас сегодня самое главное было результат. Мы добились результата, и мы довольны. Результатом, а игрой нет. Пока нет. Насколько напрягает вообще ситуация? Она тебя не напрягает. Как они будут напрягать? Мы только проиграли, не можем игру стабилизировать. Конечно, напрягает. Как можно переломить ситуацию? Вот надо вот через такие игры. Думаете, попрёт сейчас? Я откуда знаю, попрёт? Я же это, здорово. Я же не Нострадамус, блядь. Хотелось бы. Ага. А угрозы от Савки Виктора Михайловича не было? Не было никакой. Никогда и не было, и не будет. Я не знаю, то есть он до конца сезона точно доработает, да? Я думаю, что еще не один год будет работать. Угу. А если вы летите? Давай, не надо, то сценарий. Если мы нет таких понятий. Мы не рассматриваем даже это. Мы будем все делать, чтобы у нас не случилось, что мы вылетим. Спартаку будет полная готовность. Одна победа в 15 матчах. Ну, какая еще такая была статистика для болельщиков? И что? Она и для нас была пугающая статистика. Что сделать? Сейчас будут какие-то уникальные решения. Ну какие решения? Я тебе еще раз говорю, что у нас хороший тренерский штаб. Я вижу, как они работают. Я пробовал сейчас на сборах все время. Я вижу и я знаю, как ребята относятся к тренерскому штабу. У нас очень хороший тренерский штаб. Что-то не получилось. Но в начале сезона все очень радовались, что мы 5 игр из 5 игр, 4 там выиграли, что очки набрали. Да, что-то не получилось. Ну, будем стараться. Я вижу и знаю, как тренерский штаб работает и как они хотят исправить эту ситуацию. Все, ребят, спасибо, давайте. Спасибо.